Всем привет, с вами вновь я, Егор, и сегодня мы продолжаем играть в метро. Многие начали жаловаться на то, что, мол, Чупа не снимает ролики. Я заметил то, что пошла тенденция отписываться от меня. Ну, как бы у нас все-таки уже больше 50 подписчиков, но тенденция отписываться, она все так же продолжается. И... как бы, меня это не особо радует, ведь я предупреждал в одном из своих летсплеев о том, что у меня сейчас экзамен. Я не могу столько времени уделять видео. 11 числа у меня будет последний экзамен, и я смогу снимать нормальным темпом. Поэтому потерпите уже чуть-чуть. В общем-то, игра у нас загрузилась на том моменте, который мы уже проходили. Как только я его пройду, я продолжу запись. В общем-то, хотелось бы сообщить то, что... я наконец-то дошел до того момента, на котором мы остановились вроде как. И отобрал вот эту вот цацу у... короче, чувака, которого фашисты били и заставили говорить гадости про свою мать. Вот. Она с глушителем вообще идеальная штучка. Мне бы ПНВ еще найти, я был бы дико рад. Но, видимо, мне не сюда пока что этого сделать. Так, у нас здесь один враг. Теперь выкручиваем бегом лампочку. Все, отлично. Пойдемте дальше. Да, она очень тихая и скорострельная. Мне это очень нравится. Вообще няша, короче. Все. Отлично. Я нашел тайничок, но аптечек у меня и так по максимуму, поэтому пойдемте. Что ж, вот мы и в следующем цехе. Почти не убивая никого прошли, вернее вообще не убивая, могу шили только. Чупа-чупа. Светим, все. Полевой суд над арестованным шпионом Красной Линии. Вот он, один из наших врагов. Всем подданным Рейха. Свободно. Давайте попробуем просто пропустить его. Идешь смотреть? Говорят, вешать будут. Да я насмотрелся, во! А вот сына бы сводить надо. Уделываются в школе, учебниками. Вот и покажу вам грязную, чем так. Ну все, вроде бы прошел. Дальше куда нам? Охо-хо, прямо через цех. Что там у нас? Что? Эй, там вроде... кто здесь? Чую, сейчас добром это дельце не кончится. Показалось. Так, там был шкафчик, мы бы его посмотреть. Ну ладно. Оп. Твою мать, все-таки мы справились. Ну, что ж. Все-таки прибежал особое назначение патруль. Теперь мне остается только потери, у нас потери! Так. Нет, нет, мы уже ничего не делаем, кроме как кинем гранату на себя. Вроде, все. Итак, начали мы с вами с этого момента. Куда идти, как я понимаю, нам не стоит. Нам бы поразбивать все стекла бы. Тьфу, что я несу, поразбивать бы все лампы. Вот эту. Ой. Еще бы попасть по ним. Так, ну вот, в темноте уже становится более интересно. То
как говорится, темнота друг сталкера. Поэтому сейчас мы проверим эту пословицу. Да что ты? Красная тревога, но они меня еще не нашли. Мне нравится такая позиция. Да ёлка! Вот блин. Офигеть! Нереально, тут только по стелсу. Как мы их, а? Один за всех и все за одного, как мушкетеры. Ну, ты, моя книжка в детстве была. Мечтал мушкетером стать, как вырасту. Все, пошлите. Так, времени в обрез. Идем до театральной, а там ты в полис, а я домой на красную линию. Странно только, что они отстали, да еще и ворота закрыли. Это на флаг рейха. Ну норм, чё. А он взрывается? Нет. Пятый, прием! Андрюха! Пятый, забирай! Диалоги рейховцев. Никого обыскивать даже нельзя. Вот, блин. Где наша зажигалочка? О, этот момент, когда ты сжигаешь. Да, мечта. Стой! Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктор. Одних пультов будет мало. Фу, блин, против пауков. Как же я их не увидел. Наверное, пауки это мои самые нелюбимые насекомые, которые вообще существуют на нашей планете и во вселенной метро. Жесть. И вправду. Так. И теперь... Завал! Похоже, рванули туннель. Видно, пули не смогли остановить. Да. Погоди-ка. Сквозняком тянет. Значит, есть выход. О, норм. Артём, помоги открыть! Конечно, блин, тут гниль сплошная. Жестко, да. Согласен. Давай! Отлично. Теперь я. А паутины-то шагу не ступить! Угу. Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное, их не разбудить. Вот. Черт! Они уже близко! Постой! Не торопись! Теперь осторожнее! Нам бы лифт вызвать теперь. Пошли! Шахта! Давай, давай, поехали. Да, высоковато. Так просто туда не подняться. Так, будем надеяться, лифт не подведет. Надейся. Есть! Генератор в порядке. Чисто. Поехали, поехали. Прошу, покатаемся. Ну, поехали. Какого? Что да. С ним? Почему встал? Другого я и не ожидал, говорить, если честно. Ну, как во всех ножичках. Сейчас я чую, полезем тут сюда. Предохранитель, что ли? Черт. А нет, все же. Ну, давай! Чуть ползем, по-моему, нормально. Да нет. Услышали нас, суки! Если тут есть лестница, определенно мы будем пользоваться. Черт, в самое логово попали! Да сколько их тут?
Да я ни одного не вижу. А, твою за ногу, что за хрень? Жри, тварь! Капец. Видел пузо? Вот в него и бей, верхний панцирь не пробьешь! Вообще так ненавижу этих тварей. Артем, их надо сжечь фонарем, пока на спину не перевернуться! Вы даже не представляете, как это фонарь. Айда за мной! Ах ты, сука, ты такая! Артем! Зажать его! Походу все убили. Так-то, мразь! Давай. Спасибо! Один за всех! Одни мушкетеры, да ты запарил меня уже с ними. Пошли дальше. Так, сюда! Мост! Про него я слыхал! Теперь и театральная недалеко! Так. Высоковато! Нахрена мне на фашистском уровне, да? Если можно взять вольеру. Двинули! Ох, ё-моё. Нифига себе. Так, сейчас должно быть что-то интересненькое. Снова они! Ну ещё бы. Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться. Да, нормально, да. Сгодится! Это не пауки, а скорпионы. Артём, давай сюда, подсоби! Так, ну и что ты, как Есенбаева, что ли, прыгать будешь? С шестом, я не знаю, с разбегу в рельсы втыкаешь. Опа! Ой, отлично. Давай, Ленчик. Оп! Я был прав. Жестко, жестко. Айда за мной! А, ну айда. Все, отлично, мы прошли. Вот дрянь! Вот и вправо дрянь. Теперь вали его! Свети, свети на него! Я сожгу вас всех. Отстри, только не скорпионы. Открылся, стреляй! Его можно просто сжигать, даже не тратя пули. Отлично. Давай, я подсажу! Давай, ты подсади. Они внутри! Артём, руку! Эх! Давай шустрей, блин, руку. А, твою мать! Фу, господи! Как их не скорее, нужно? Ноги в руки! Сюда! Давай, чё, можешь бить. Тварь. Детей их тоже жги, блядь. Всех жги. Полетели. Готов? Пошли! Збс. Все, отлично. Артём, ты цел? Давай, надо уходить! Свет, бегом туда! Д'Артаньян. Так, у нас... Что, твари, не нравится? Ну, здесь они нас не тронут. Ну и что? Куда нам дальше? О, нет. Артём, погоди! Хреново без фонаря! Дай хоть факел сварганю! Раз, два, три! Ёлочка, Гэри! Надо вот это все прожечь. Ладно, двинули! А, ну как я понимаю, он это факелом сейчас сделает. Давай. Фух, yes. Я думаю, то, что мы сейчас доберемся до полюса и на этом закончим наши мушкетерские походушки. Не отходи от меня! Сейчас зарядим фонарь, кстати говоря. Да, не забыл.
то потом в самый нужный момент он нас подведет. Ну, я так думаю. Нравится! Нравится, тварь! Бомбах может дофига. Вот тварина, он умеет бегать сквозь. Паутин еще, точнее. Тут электрозамок. Провода вон туда ведут. Слушай, Д'Артаньян, у тебя фонарь, так что двигай по проводам. Ага, я теперь Д'Артаньян. Ну, вот. Попробуй в него зарядник воткнуть. Получится запитать дверь от Троицы. Так, так, так. Настолько простое, так сказать. Все, я так и разобрался, куда нам идти. Угу. Теперь бы включить это все. А, ну сейчас мы генератором накачаем, как я понимаю. Все, отлично. Теперь мы везде включим свет. Где-то было. Не пробьешь, молочага. Готов? Вот, первый пошел. И добрались до этих проводов, включили везде свет. За мной! Вот смысл было мне говорить, первый пошел. И идти вперед самому. До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Да, жестко. У нас вообще противогазы есть, чтобы на поверхность выходить. Так. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь. По поверхности. Нашли новую заметку, давайте. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Керосинку. Обжитое местечко. Повезло нам, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. Нет. Так тут прикольно. А где были сталкеры, там... Чёрт, фильтров маловато. А, ну вот и противогазы, как я говорил. Ну ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры, братья. Жаль, что лопнутый, но пофиг. Хотя нет, он целый. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Да. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Кстати говоря, я сам недавно приобрел часы. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Да уж. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Слышал я про это место. Дима. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь отходят. Я увидел одного кинемора, который был снова. Артём, ты когда последний раз подождём? Первым глазом делся. Чёрт, я, кажется, еще до войны. Обалдеть можно. Да, вообще. Активная, ну да, я представляю, какое это для этих людей удивление побыть под дождем. Жесть, конечно. Вон и переход, давай туда. Что ж, мы добрались до самолета и... Yes, я нашел фильтр. Чудненько.
где Паша? Мухи сели. О-о-о-о! Проблема? Все, я разобрался. Ну как, попалось что-то стоящее? А, вот куда нам нужно. Если тут застрянем, нам крышка! Надо скорее добраться до станции! Гонишь. Проверь, нет ли фильтра. Если хочешь, смени противогаз, только быстро. Ему-то уже не понадобится. Чёртовы твари! О, сейчас, кажись, блюну! Вот-вот. Старайся идти потише. Тут, говорят, не только мутанты водятся. Конечно, настоящий коммунист в духов и остальную мистику. Ух ты, у него противогаз вообще идеально. Офигеть. Его как будто бы и нету. Вообще, он у нас? Давай на свет выбираться. Ништяк. Противогаз вообще не лопнет никакой. Четко. Пробей служебное помещение. Давайте пойдем наверх. Что это? Ё-моё. Артём, стой, пригнись. Да понятное дело, блядь. Страшно. Огромная стая. Ох, чую, будет дело. Спалят на пипец. Фух, пронесло. Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно, идем к самолету, пока новых не набежало. Пошли! Я успею. Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Давай аварийному люку. Попробуй открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе. Пошло. Yes. Чуть-чуть, давайте. Все. Так, Артём. Место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Фига себе, блин. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва, ну, в семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Странно как-то. Черт, ты тоже видел? Естественно. Артём, что это было? Ты угадай, блин. Запарил тупые вопросы. Живые, смотри, они живые! Да. Вау. Что такое? Это еще что? Черт! Питания нет, двигатель заглох. Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка была, спроси. Дайте площадку. Черт, нет уже диспетчерской. Коля, падаем. Скорость какая? Скорость. Электроника вырубилась. О, господи. А, ну при этом взрыве вся электроника выключается. Да что это за ой, электромагнитная волна. Точно. Жестко, офигеть. Город. Один противогаз убил. Тушно мне! Мама! Мама! Что? Где? Придурок. Ух ты, у него калаш. Я бы тоже взял. О, молодец. Ну, Артём, спасибо. Если б не ты, я бы...
Так бы и задохнулся там. Второй раз меня не спасают. Как этот вот. Два раза. Давай убираться отсюда. Уже вечер? Офигеть. Мне интересно, как им воздух хватит. Демон! Срежь его! На тебя летит! Как сказал Бурман, я их называю сухими. Нет! Мать твою! Чёртовы демоны! Будешь должен! Да, спасибо. Будешь должен. Два раза ему жизнь спас. Пошли, пошли на месте. Фух. Ну, что я говорил? Умные сарасы! А мы уже почти пришли. Готовься! Задрывай на жабру! А, нам еще подбиваться. Нам уже мало было подбиваться. Начинает лошадь говорить. Самолетом. Отлично. Правильно, патрон. Нету. А, вот. Все, я понял. Спасибо. Как бы Валера дробовик. Но очень мощный. Меня это устраивает. На театральную тут за углом! Побежали! За мной, скорее! Ну и где ты? Давай сюда! Да я и так. Все. Давай! Руку! Скорее! Сейчас еще набежит! Тут где-то рядом вход! Блин, да где же вход, дурацкий? Давай по эскалатору! Скорее! Скорее, они не встают! Ага. Давай, как-то спас. Все, yes. Открывайте, скорее! На! Еще один! Это нечетко, бесплатно. Минус один. Давай внутрь, живо! Не спас один раз жизни. Ох, сейчас жестко. Ничего так прогулочка получилась, а? Да. Фух. Короткое свидание с мертвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах. Иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция. Театральная. Отсюда до поля... Того. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражей много? Еле ушли. В доме гнездо. У самолета. Что-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. В районе идти смысла нет. Мужики. Молодцы, в общем. Да, гнездо.
Большой группой идти надо. Чистить. Ну, Артем, наш шанс приобщиться к культуре. Над нами большой театр. Кто из артистов жив, все тут. Дают представление. Со всего метро народ. А теперь мы уроды? Как же так? Сколько раз такое уже было? Так, что ж. А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь Революции, наша, красная. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустят. Мигом у своих будешь. Это о вас только что сообщили? Да, о нас. Отлично, проходите. Норм. В общем, Артем, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Добро пожаловать. И хорошо вам отдохнуть. Шумел камыш. Подайте последнему театральному критику. Подайте, кто сколько может. Что, молодой человек, клюнули на мою остроумную табличку, а? В этом подземелье каждый нашел себе место. Убийцы и шлюхи, тираны, воры, торгаши, все отлично себя чувствуют. Даже некоторые скверные актеры. А я оказался никому не нужен. Никому. Все мы дышим трухой большого. Эта станция перенаселена призраками оперы. И что? Есть тут место лучшему критику сгинувшей страны? Черт с два. А почему? Никто не любит правду. Вот как. Светло, тепло, выдыха, кругом. Радиация, разруха, смерть. И война. Опять дергание головы у этого черта деда, но я не буду уже сделать свой мозг. Костя! Когда вы вернулись? Когда? Девочка резко волосилась. Я ко мне не зашел. Какое тут новенькое. Можете перемотать. Ух ты, это же деда! Ну что, Никитич, когда пойдем с тобой наверх мутантов кормить? Ладненько. Бери. Его жалеет. Вставляет, как он стоит. Ничего подобного. Вот мужчина подтвердит, я тут давно стоял. В этом очереди. Что-то боязно мне. Запрещено же везде. Я лучше пойду выпью. Ну, ладно. Все, Артем, договорился. Можем идти на революцию. Через театр нас пропустят. Если не здесь, то где? Да-да, конечно, проходите. Ладно, Станиславский. Ты, если хочешь, посмотри тут. Я тебя у гримерки подожду. Нет, если честно, у меня игра не стимовская, поэтому... Маэстро, Канкан! Там ачивку дают за то, что ты смотришь, поставляя на времени. Сядем, что ли, и встанем сразу же. Что, Артем, приобщился к искусству? Ну да. Ладно, пошли, театрал. Ачивка театрал называлась. Барышня. Ой, Павел Игоревич, а что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Ну как можно, Леночка? Работа просто заехала. На днях ждите. Жанка, дай пудру. Фиг тебе. Свои есть, ей пудрись. Это разве пудра? А чего тебе твой не дарит? А он у нее там. Все, гол. Что ж, нас... Что, Тём, по бабам оголодал? Ой, ребятки... Без женской ласки тяжело. Промозгло, а? Мне звонил ваш обожаемый Илья. Фондю прямо-таки. Вот что я тебе скажу, Артём. Или кипятят. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, раз живы остались. А я угощаю. Ну ок. Прошу, две фирменных, специально для вас из старого запаса. О, это дело! Давай, Артём, строгнем. Я не пью. А вот Артём пьёт. Ух, хорошо пошла.
Вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого красную линию. Дескать, плохо у нас, жрать нечего. Расстреливают всех подряд почем зря. И анекдот не рассказать сразу вяжут. И строимся, ходим. Стоп, давай-ка еще пару. Давай, Артем. Мне даже никто не наливал. А мы все равно пьем из них. Вот так воздух пошел, ну, да, хорошо, а пипец. Строго. Да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну что, порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, за равенство, давай. Отлично, это... Вот это да, вот... Вингардиум Левиоса. А чё это? Да. Посмотри, как окраинные станции живут. Жрут друг друга, детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен Паша, порядок. Волшебник. Нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. Так что ты как хочешь. Вингардиум Левиоса. Слушайте. Так что это мне давай. Нравится. За порядок. Давай, Артём, давай. До дна, до дна. Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Что? Есть, товарищ майор. Слушаюсь. Что? Вот ты, Паша, сука. С возвращением, товарищ майор. Вольно. Да, не ожидал. Не ожидал. Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего. Мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Да рабочая сила дешевая. Зачем, зачем? За рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Неплохо, неплохо. Пошел! Ух, да уж. Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю. Тварь, а? Здравия желаю. Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом. Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр. Опа! Сам генсек! Товарищ Корбу тоже здесь? Так точно. Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло. Как все закрутилось. Слушай, Артем, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Пошел. Ты здесь неспроста. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры. Один за всех и все за одного. Все-таки красные умеют. Без другого. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовились. У нас сила. Товарищ Морозов? Рад. Павлик. Рад. Я думал, вы пропали. Норм. Смерти храбрых. Был в плену Вячеслав Андреевич. Зовут Паша, еще и фамилия вот Морозов. Нормально прям придумали. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже... Рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артем. Доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли D6, и потом он отличился во многих операциях.
Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артём. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Отлично, доставили, вот по фирменному, как всегда в метро делают. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты «Черные» представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Короче, всем спасибо, все расходимся. Генерал...